Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу ментальный фокус с картами. Поэтому прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и напишите свое мнение об этом фокусе после просмотра самого фокуса. Ну а сейчас мы переходим к просмотру самого фокуса. Итак, в этом фокусе мы берем колоду карт, можем показать ее зрителю, можем ее как-то немножко перемешать, можем ее перемешать более тщательным способом. Давайте еще разочек перемешаем. Смотри, сейчас что происходит? Я так буду слистывать по одной карте и попрошу тебя остановить меня в любой момент. Прям я так вот слистываю, а ты когда захочешь, скажешь мне стоп. Зритель думает и говорит стоп. Мы берем и перевернем вот эти карты. Это у нас будут карты-локаторы. Смотри. Давай еще раз где-нибудь скажешь стоп, чтобы было поинтереснее. Слистываем так по одной карте и нам говорит зритель здесь стоп. Смотри, сейчас у нас в колоде вот такая есть ситуация. Мы так пролистываем. Карта-локатор и одна карта. Карта-локатор и одна карта. Карта-локатор и одна карта. Смотри. На самом деле карта-локаторы мне не нужны. Как бы это просто были локаторы, чтобы все было максимально честно. А у нас получается такая ситуация. Есть бумажка и есть три карты. У меня здесь 8 буби, здесь тройка пик и здесь 9 пик. Смотри. Если мы возьмем нашу бумажку и откроем, то на ней будет как раз написано тройка пик, 8 буби и 9 пик. Больше ничего на этой бумажке не написано, все максимально честно, все очень круто и максимально. Итак, для этого фокуса вы берете колоду карт и бумажку. Пишите на бумажке три любые карты. В моем случае это тройка пик, 8 буби и 9 пик. Можете написать те же самые три карты, что и я. И далее, разумеется, вам необходимо эти три карты найти из колоды. 8 буби, тройка пик и 9 пик. Далее колода полностью тщательно перемешивается. И может даже пару раз быть и еще разочек подснято. Далее, что мы делаем? Мы берем колоду, кладем любые две карты наверх. Далее берем карту и кладем одну на низ. Берем любую контрастную карту, например, восьмерку червей, и кладем сверху. Все. Таким образом мы показываем то, что у нас здесь и здесь зарядка, и здесь зарядка, и мы ее прикрыли. Все. Мы подходим к зрителю, показываем колоду карт с двух сторон. Далее мы нижнюю карту забираем куда-нибудь в центр, когда пролистываем лицом вниз колоду. Но я думаю, это очень просто, и сможет это сделать каждый. Берем... Оп, эту карту забрали и кладем в центр, замешали. Далее мы берем, отсчитываем примерно пол колоды, делаем обычное перемешивание. Можем сделать еще раз его. То есть здесь скидываем нижнюю карту, замешиваем, а здесь мы скидываем верхние карты. Таким образом наша зарядка никак не меняется. 9 пик внизу и 2 наши карты вверху. Нашу колоду подровняем. Есть. Вот еще подснять. Сделать какие-то ложные подснятия, но это уже по вашему желанию. Что мы делаем дальше? У нас лежит, разумеется, бумажка завернутая. Предсказание. Есть. А мы вот положили бумажку и просим зрителя сказать нам стоп. Мы таки говорим ему, что смотри, я так буду брать, слистывать по одной карте, а ты мне скажи, когда хочешь стоп. Мы берем, слистываем так вот по одной карте, и зритель действительно говорит стоп, где он хочет. Например, здесь. Мы берем, переворачиваем эту карту и вот эту. Далее мы берем эту стопочку, кладем ее наверх. И этой стопочкой мы это все дело накрываем. И говорим зрителю то, что ты выбрал сейчас две карты локатор. То есть мы не акцентируем внимание на тех картах. То есть мы не называем их 4 пик, валет черви, нет. Мы просто говорим, ты выбрал две карты локатор. И говорим далее, давай выберем еще одну карту локатор. То есть давай так слистываю, а ты мне говоришь стоп. К примеру, зритель слистывает вот здесь. Сказал стоп, еще одна карта. И вы никогда не называете эти карты вслух. То есть вы не говорите, окей, 7 крестей. Нет, вы просто вот говорите вам стоп, окей, еще одна карта, локатор, и сразу накрываете. То есть для зрителя вы просто говорите слово карта, локатор. Ну, это не слово, это фраза, карта, локатор. То есть для зрителя он просто выбирает себе карту, локатор. Не карту он выбирает себе, а просто выбирает карту, локатор. Это очень-очень важно. Вот, он говорит там стоп, здесь. Окей, это еще одна карта локатор. Берем, накрываем и подравниваем. Далее, что мы делаем? Мы берем, еще раз, мы просто берем, пролистываем, забираем карту локатор и карту справа. Карту локатор, карта справа. Карта локатор, карта справа. Забираем колоду, говорим, что у нас есть три карты, которые попали под карту локатор.
Забираем эти три карты локатора, они нам не нужны. И объясняем то, что ты мог реально выбрать случайные три карты. И это действительно факт. Далее мы берем наше предсказание, открываем. И показываем то, что здесь написано. Тройка пик, 8 буби и девятка пик. И, разумеется, после всего этого мы переворачиваем, покажем, что тройка пик, 8 буби и 9 пик. На самом деле, фокус элементарный и получается автоматически. Просто возьмите, посмотрите, как это все сделать. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.